Мод на Fallage для Хойки? Бля, ну... Хз, хз. Да я не буду сливаться, я сказал, что сегодня пойду, я пойду сегодня. Слива не будет, не переживайте. Я сказал, что я сделаю, значит. Там DLC, да, знаю, что там теперь конструктор будет. Арсений отошел, что ли? Не знаю. Я не слышу, Арсений. Но он молчит. Молчит. Может, отошел. Да, скорее всего. Да. Здорово. Здорово. Хавай, что ли? Хавай мороженое, охлаждаюсь, ебать. Ебать его в рот. Сейчас, кстати, пригодится. Это правда. Пацаны, я в сложную пойду. Ты на тройке хочешь? Да. Да, на клокверку возьму. Как тебе лол, Муни? Бля, ну, комментить нормальная тема. А сама игра, да хуй знает, дота лучше. Ну, это понятно. Типа, я бы с каким удовольствием я бы к доту покомментил. Ты пиздец, я хоть тут все скиллы, типа, понимаю, что есть что. Так а что. Чё, Алькора говорил, что дотеры не играют в лигу, потому что лига сложнее? Да какая она сложнее, она легче, блять, как по мне. Ну, как по мне, она намного легче. Надо дисик погромче сделать, наверное. Тряпку будешь двигать, она будет так. Пати 5? Зрелов можно взять? Не, да ладно. Если легче, то сыграть. Да, она мне вязала, мне нравится Алькор. Типа, да, можно. Бля, у нас два типчика, хуй пойми каких, блять. Сейчас будут. Что такое алоэ? Ну да, она, наверное, другая. Но мне лично лига вообще не понравилась. Типа, жопа, жопная. Скажи мне, просто надо играть. Пэр, люди, которые сейчас не играют в доту и смотрят доту, думают точно так же. Думают, что за хуйня ебаная? Ну, может. Бля, вот бы турик по... на старом клиенте доты зарегать, ебать. Вообще, я был, блядь, просто счастлив это поиграть. Так я же кидал тебе ссылку. Угу, так никто не хочет, в этом проблема. О, Black Insight хочет. А, Insight пойдет таки? Ну да. Угу. Тогда нам нужен пятый. Нам нужен пятый. Майор Токсик. Нам нужен майор Токсик. Турик по первой, да там никто не разберется, блядь, там пиздец. Mm-hmm. Это очень тяжело. Первая это реально пиздец. Токсик, заходи к этот, ты что в этом дискорде есть? В скрытой деревне. Да, у Токсика рыцарь. Я вообще нихуя не понимаю, стрит заебись. Тебе, наверное, компания просто нравится. А так, за Гекус ездит. Какой-то кис зашел, так кто, блядь? Наверное, это Токсик? Ну вот четвертый есть, инсайз, и все, можно играть. Меня бустит кто-то по рейтингу. Бля, я бы, блядь, 3к апнуть бы, сука, ебаный в рот. Нихуя не получается, блядь. А че вы, ну, друга не взяли? Блять, мы же сказали, идем в ДС. Ага. Я не слышу. Ну, я просто пиздел, блять, думаю, сейчас пойду с пацанами в доту. Сука, на стрим, а у него там ролевой пояс, блять. Такой, нихуя себе, блять. Так а че ты, блять, ушами, блять, шлепаешь, зашел нахуй, да? Ну, Инсайз, а у тебя сколько ММР? 2к помойка. Ну я тоже сейчас на 2к, на 2,5 уже, блять. А нас регнит с божеством, ебать? Пиздит у него полтора. Не, где полтора, не пизди, 1950, блядь, не ебать его. Зачем тебя потишь, хотя на 2к, ну, блядь, надо потом на 3 переходить и так далее. Последнюю катку залил, блядь, и еще пиздишь на меня, блядь.
Я все помню, нахуй. Пацаны, просто поебашьте вместе за доту, блядь. Охуенно же. Будете 4,5 ебашить. Станцию вас затянуть еще, пацаны, вообще охуенно будет. Сеня последнюю игру со мной сыграл, ебать, 1.16, нахуй, ну... Мужики, у вас фул или нет? Паренек надо... Ну да, но вообще, если надо, типа, я думаю, токсик освободит тебе. Без проблем. Сейчас, 2 минуты буквально. Да, заходи. Without problem. Сеня, как, ну, как ты прокомментируешь вообще, в принципе? Наша пати идет на минус ПТС, пацаны, вот что хочу прокомментировать. Да нихуя, сейчас разъебем Сеня, блять, нормально все еще будет. Че мне кот? Не, я на горе не играл. Вырубает. Мышку сбивает кот? Не, он на пульт встал, свет не вырубает. А-а-а. Сеня, у тебя сколько рейтинга? 4... 600. Ага. 60. Жестко. Да, но у меня там такой винстрик был, так что готов тебе жоп. Какой тебе винстрик был? Вот у меня винстрик был ебический, блядь. Предсказываемый, нахуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь побед, нахуй, рейтинга. Если на белку будешь верстать, я, мама, блядь, Мьёльнир покупать, ты никогда 4 коня. Схуяли, блядь. А я не собираю первым этом Мьёльнир. Хорошо, дочь, запишу тебя попозже. Вторым тоже не отпишу. И вторым не собираю. Я беру арканы, потом линзу, потом Мьёльнир. Так арканы это не айтем, блядь. Линза, да схуяли, блядь. А что это, блядь? Расходник, нахуй? Это сапог, ебай. Да, там инвокер бустит. Просто катки. Но кого? Мы залили просто, сами. Ну ты 1.16 сыграл, но объективно, ну что это такое дело? Да объективно, вы пошли под фонтан, вот. Сдохли, и мы проебали игру. 1.16, блядь. 1.16. Это какая игра, блядь? Это чё это игра? Пиздец. Так у меня урон, это... как у нашей тройки, алло, блядь. Так, а чего урон? Урона как у тройки. Ну это универс на тройке был, блядь, 13, понятно. Вот еще одна проблема нашлась, блядь. Когда ты мне сказал ЦК пикнуть, блядь, или что? А при чем? Нет, ты хочешь сказать, что ЦК хуёвый персонаж? В том пике вообще говно из жопы было, ебано. Вообще не... А что тебя там контрит, кроме инвокера? Там, блядь, одного инвокера хватило, заебал ты. Нет, а, то есть один. Подожди, сейчас контрит. Подожди, я тебе скажу, нахуй. Сейчас я тебе все скажу, кто меня контрит, но блядь. Некрофос, нахуй, очень много, блядь, много. И Трент тоже много, блядь, урона мне наносит. Я не могу бегать. Леон, блядь, постоянно меня, блядь, фокусит. Кент, нахуй, не чувствует моего урона, блядь. Кого я могу убить, это Леона, ебаный в рот. А остальных я там просто, блядь, шлепаю им похуй. Пиздец, ну а давай назови мне персонажа тройку, который, ну, которому похуй на весь их пик, давай. Которому было бы похуй? Да, давай. Тройку. Да. Разор. Мужики, сори за беспокойство, я совсем забыл, у меня дота не скачена, так что тот токсик пусть погоняется. А ты что, доту удалял? Да у меня жесткий диск сдох, у меня всего 500 гигов. Надо было что-то какой-нибудь Глокверк, может быть? О, я почитал. Ну, Глокверк бы там был лучше, давай. Кстати. Объективно. Он бы-то, я бы так же умирал, но я бы зонил инвокера вообще в соло бы, нахуй. Да, вряд типа, он бы у меня стоял в когах, блядь, я его фантомка бы убивала. Марс бы, кстати, выжил бы там, вообще в легкую. Одна арена, нахуй, типы, блядь, не знаю, что делать. Но я на Марсе не игрок. Сеня, я удивлен, на божестве играет, на Марсе играл первый раз, блядь. Поехали, пацаны, блядь. Пора разъебать. ММР наш. Я Клокверка вообще задумал. Я в стройку иду. По мне, блядь, Клокверк это четверочка, блядь, уверенная. Троечка. Не-не, хорошая тройка, хорошая тройка, хорошая. Не сказал бы. А чё, кто на какой позиции? Кто на смит идёт? Кто кор? Я в мид? Ты в мид. Ебать! Так а чё, давай я пойду на вторую, да ты на первую, Арсений. Я схожу. Я? Ну сходи точка в мид, а НСС посаппортит, блядь, Сеня. Да мне так падло, блядь, идти на легкую. Ну хочешь, пусть инсайд идёт, инсайд зайдёт. Инсайд, зайди мид, блядь. Ну я схожу. Потом не говорите, что мид проебан в ноль. Нормально все будет. Сейчас я на пиздючке, блядь, покажу, ёпты. Как сосать, правильно. Четверка луна с аганимом. Yes. Хуй знает даже на чем, блядь, сходить-то. Да подожди, просто пока я... Так а хуй там смотреть, там и так уже, блядь, хуево туча станов. Контроль какой-нибудь. Возьми что-нибудь несложное и толстое. Ну, тоже нормальный пик.
МК, блядь, медовый. Ебать, это мне? Спасибо, Алькор. 28 левела. Мне пизда, нахуй. Я пошел, ебать. Давайте, доиграйте, напишите. Что такое психокидс? Никто не знает. Стример какой-то популярный, хай ММР игрок. А, понял. Урион четверка. Или пятерка. Бля, ну это должна быть моя восьмая победа подряд на Войспирите. Я не знаю как. Давай, ёпта. Справился, Вова, справился, и тут справишься. Да правда. Справился, блядь. Ебать справился. Он так справился, что нахуй. А ты хоть одну Лоли выиграл? Нет, я с Джокером играл каждую игру, блядь. Я все три игры играл с Джокером, который я, блядь, буду только играть на АДК. Ему говорят, возьми суппорта, блядь. Нет, я буду играть на АДК, блядь. А потом в конце игры бегает, говорит, блядь, что-то я не дамажу, блядь. Персонаж. Ладно, все, давайте по доте теперь поговорим. Что мы делаем, Джокерос? Что мы делаем, Джокира? Мы что-то делаем? Да, мы трахаем. Ладно. Запираем рану, выбиваем хил. Ты хочешь на хэкграунд подниматься? Ладно, хуй с ним. Я в елочках стану еще, подожди. Да, барбик никто не захочет снять там сюда. Похуй. Бля, надо было, наверное... Надо было, наверное, серклетку какую-то взять. Что я, блядь. Хотя... Тише-тише. Смотри, что делает. Лесоруб. Да-да. Че я тут встал, нахуй? Пора. Поехали. Забирай руну. Да-да, я возьму. Ёбаный бот. Он под стрелу не встал? У нас снизу баунтюха осталась. Я бегу, бегу за ней. А я у нас фрион курьер. Курьера. Вот уебан, блядь. Я забыл куру вывести, и он убил только твою. Ох, он... Она была дальник вперед выпустить. Но он больше, по сути, потерял. Плевать на него. Бля, ну я не знаю, с Monkey King'ом, блядь, я не помню, чтоб я стоял. Не бойся его, блядь. Сколько у нее ММР'а, блядь? 2к, блядь. Главное, не умирай там. А, нихуя, он, смотри, блядь, как похитил. Легенда 5. Будет легенда, нахуй, 4, значит. Ебать мне урона, сумки, блядь. Там крипа порвал напополам, нахуй. Изи, ёпта. Он дальний дом хочет, он сейчас станом будет убивать. Но я не дам. Иди на... Блядь, я крипа не добил. Дашь мне там? Ну ты меня подблочил немного. Да, я не побежал. А шо он хочет? Не знаю. Чтоб я ему дали, как бы я убил. Отводила, блядь. Бьет. И не добила. Отводила лоу ММРная, блядь. Найс. Крипам, я заметил ее. Стукаю, блядь. Она без стрелы, я лоу 2 сейчас буду, и ты тоже. Надо крипа добить. Твой ее? Крипам его, блядь, пристукать будет тяжко. Бля, ну у него этот рейндж, ебать, атаки, я ебал в очко. А, до там... сих пор кикает, кстати. Да, да. Да, это рейдж квит, он умер и вышел, от него в камера. Один там. Она вернулась, она левел... А, левел 2 взяла, ладно. Мы можем все равно поддушить ее, на липы развести. Бля, озвучки не было. Бля. Короче, поставь сразу в авто за купли фрут. Или сразу два. И Макси сразу порку и чукенцы. А я разберу, спасибо, старик. Я спасибо. Просто клок и пиздец люблю. Не на деньги играем. Меня зонит дуза. Она дала еще один лип. У него один лип остался. Жестко настакал, крутой, молодец. Почти палку бы мне еще. У меня снова все кнопки так-то есть. Есть да. У меня снова принт, блин, надеюсь. Аккуратно, старик, умираешь.
факт. Да, не забей, ничего страшного. Ты даже паузу не ставишь, ох, просто. Да. Реально, реально рич квитнул, что ли? Прав не пускает. Вот и поплатилась, сучка эта ебаная. Я просто регинился на фонтане. Чё за Лефрут, блядь? Что такое? Что? Кто? Лефрут, что это? Где ты это видишь? Это прикол. А, да? От Зодина. Это что? Очень древний прикол от Зодина. Блядь, не смотрю, блядь, его. Не знаю, что это нахуй. Это было лет 5 назад популярно. Можно паузу снять, спасибо. Так, а у них пати 5, блядь, надо подождать. Пауза снимается через 25 секунд после того, как ее поставили. Сейчас. Если кто-то ливнул. Ждем. Ой, блядь. Хавай дерево, уходи наверх просто под тавер. У тебя же есть чем хавать. Да у меня еще вода есть, и это, блядь. Но он не убьет тебя сейчас никак. Только ты... Я понимаю. Теряешь. Угу. Чё у вас на боте? А, у меня, на меня 3 стака уже, блядь. Чё с Фурионом? Норм закуп. На киберспорте играют. Они его на лайн, кстати, перевели, он стоит тут в L1. О, блядь. Пиздец, конечно. То, что уже третий день, типа, ливают, никто это не чинит? Да-да, всем похуй на эту игру, блядь. Ты это союзником написал? Да, я вижу. Спасибо, что ждете, парни. Осуждаю. Осуждаю. Че? В чате. Он там пишет некрасивые вещи. У меня там вылезки не пох. Ну вот, это правильно. Мы за адекватный гейм. Так вот бы крипов понюхать бы, да. Сади меня в фласку, слышь? Он отдал 2 липа, кокил его. Так он меня сейчас убить еще может. Какой душный, блядь, пес это. Он на хиле теперь маленько. О? Да. Гроши, блядь, это гроши. Я заметил. Похиль меня. О, ноу. Отлично. Хорош. Стал в тупор, не понимаешь, что произошло. Бля, ну у него подкурень, ебаный рот, блядь. Ну там чел нахуй 10 тысяч лет реконнектится, он, блядь, тысячу раз уже в зоту перезашел, блин, уже, по-моему. О, не лайн, запушили. Прикол. Да, раньше у макаки пиздец, нахуй, с каждым стаком, блядь, все больше становится, но... Ну такая параша, блядь, до сих пор. Что, с каждым стаком больше? Чего? Ну он, типа, каждый раз, когда пассивку вешает, у него, блядь, раньше как будто еще больше становится, нахуй. Да не. Я бегу на него. За полкилометра, блядь. Он стоит нахуй. Не бегу больше. Я похуй на нее. Я стою под тавером, он мне тычку сует, блядь. Это... А, аккурат! Бля, я вылетел, пацаны. Я тоже. У меня фризит прям не реально. Понял, классная игра. А тебя паузу поставим, мужички, секунду. У меня персонаж не двигается, если чё. А он их тоже вылетел. Охуенная игра, блядь. Спасибо, Гейб. Спасибо, Гейб Ньюилл. Это цирк, блядь. Спасибо Гейбу, спасибо большое разработчикам. Лучше в станцию пошел бы, блядь. Всю воду пошел собирать, блядь, гений. Сейчас, блядь, это значит просто не умереть на мите. Я терплю, стою просто, но мне пиздец разгоняться надо, мне нужны шмотки пиздец будут. Возьми левел 6, иди убивай на лайнах просто персонажей. Меня Кру убил там, я этот урод, нет? Нет, не убил. Да он ещё полетит, сделаешь, наверное. К ней урон маленький. Класс, потерял пачку крипов из-за коннекта. Вкусно. Вот он даже не идет за мной, типа, он, блядь, тычку дает, мне просто стоит. Я от него убегаю, а он мне просто дает тычку стоит. На похуй вообще.
Скидывает вообще поебать. Я не умру тут. Я не умру в туалете. В туалете? В туалете? Что за мем? Бля, ты не видел этот мем? Нет. Где мужика в самолете, типа, из туалета вытаскивают из самолета, а он такой, нет, я не умру. Они еще могут пытаться убить меня через станы скайпа. Но... Я ладно, СК не идет. Я отзоню его. Не надо, дядя. Я пытаюсь, старина. Нет, до конца. Вижен есть если. Окей. Okay. Но мне пол левела, у меня будет этот шестой. О, ебать, у меня тут только один. Вылетел, что ли? Бегу. А, ты сегодня сам в туалете вампи берёт, да правда, блядь? Бля, еще один тип вылетел, да пиздец вообще. Он мертвый, хуйся. Пока он вылетел, мы убили его. Я следующий на очереди. Вкусно, блядь, говнецо. Так, у меня есть хоста, мне сейчас нулик прилетит, я куда-то тэпну и на хосте прям прибегу на пол. У нас все хорошо на лане. Можешь батя помочь. Установить медузку. Да, она и так сосет хуя, блядь, мужики. Расслабьтесь. Ну, все еще. Это что-то он МК ушел куда-то? Ты шестой. Да, я шестой. Это что было так сделать? Хорошему седьмое бы, блядь, чтобы щитнуть. Да, блядь, он же мимо меня пролетел, чисто. Блядь, он вот, ну, типа, он меня все еще мог ударить в этот момент, блядь. Хорош. Я не догонял уже. Что блядь, нахуй я тычку. Ну, объективно, в последнем файте не хватило корки и лузингов. Чисто за Макси их и сломаешь лицо все. Потому что клок, скрытая инфа. Меня пеньки зажали. Ладно. Спасибо большое, старик. Ты живешь? У меня хукшот есть, да. Еще. У меня ульта тоже. Отстаньте. А где наверху? Внизу помочь попробовать? Внизу не надо, внизу ебем. Да, стоки тоже. В откушено все нахуй. О, я в 2-0. Не, неплохо редловер. Что, погнали? Кто там? Хэнкинг? Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. А как? Алло? Отводит. Лиса что ли ушла фармить? Ага, хуй. Да. Ну она идет. Так, МК где-то? Соболочка, блядь. Где-то флексит, непонятно, что где. Так, я, наверное, не буду. На похуях пробегать. Чат подвинуть? Не. Подвину. Руна снизу, блядь. Я пошел на речку и ебать, резать от себя хпшку. Ты шмотку выбил, это что ли? Жестко ты. Ну хоть ты знаешь, ты шиска. Да. С активной руной МК. Или нет? Что за руна? Нету ботла, у него ботла нет. Ну, нет, кто-то, ну он, значит, забирал что-то уже. Проект чекай, может там реген был, он фуловый стоит? Там ну, реген фуловый, был. Да, фуловый был. Постоишь пока, получи шестой. Ну, тут стаки, кстати. Для дузочки, медузочки. Ты там один, ты нормально? Да, да, да. Есть вижены эта дурочка. Не, ну подружка, если в хоге встанет, типа, под твою, под мою ульту, она ну, сосет, мне кажется. Спать, у неё 9-й уровень, нахуй. Ой, я иду. Билету разорвать. Мы не убьем ее. У нее вот типа. Дузал тут фармит, скорее всего. Ну там троп, скорее всего. Да, да, да. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Бля, нахуя? Ну не, я не догоню уже. Далеко. Я рука, я так добегу. Далеко собрался? МК? МК у нас. Идем, плейбэк. После смерти байбэк пнулся. Хильте? Да. Мирана ушла. Она у вас, по идее, уже. Да, у нас уже. Не стоит, не стоит того. Да я сейчас разъебу его.
наверное. Ладно. Надо было закинуть, блять, урну ему нахуй, он бы умер. О, еще столько крипов, сейчас еще крипы придут. Можно попасть. Инсайд, тебя видно вот здесь. Дружок, дружочек, тебя тут видно. Да ты бы сказал, я забыл урну нажать. Да, флут просто сильный. Если есть книжка, я не особо бананами. Чек нам, наверное, могут. Я да, могут. Ну, СК тут, но СК не очень боюсь. Не надо. Легенды, блять. Да, ну, нормально. МК у нас. Мана есть? Ой, как хорошо. Ой, вкусно, бля. Вкусно ем. А не, ну, да, тут 4 персонажа, я просто... Го, спушим сейчас. Го-го-го. Давай. Ну их слишком много пришло, наши тут жить. Да. А пуш пока. Я сейчас засвечу вот здесь. МК у меня на дереве. 5 сек. Зачем ты бежишь за мной? Помнишь еще? Вот они Блять, попробуй кто один выйти. Я не выживу. А, блять, маленькая тычка. Он мне палку сейчас просто даст, я умру. Сейчас стрела летит. Или выживу. От лобик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Гадем! Ну, ладно. Этот район клоуны. Хорош токсик. Я тут лучше проебал, ну ладно. Надо, блядь, тиска или медузу пойти развлечь. Сейчас засвечу лесочек. А фул говне, он левел 6 только взял недавно. 0.4, он типа, вообще ничего не может. Да как же лагает тут, сколько пинга, блять? 40. Чтоб у тебя постоянно... У меня хукшот есть, пацаны, можно реализнуть. Ну МК я не знаю, мы вряд ли его зацепим. А, это пошел развлекать с СК. Там у меня ТПшки не, нету. Почему? Если ты закрываешь в кохах МК, Джипира туда макропир дает, он умирает всегда. МК вот тут вот. Тут вижен, где-то тут вижу, вот тут вижен. СК. Блять, здесь тоже где-то вижены ебаны, не могу найти. Есть там арканки нажать? Я побегу сейчас. Да, есть. Медуза здесь. Отлично. Две пачки. Для тебя ничего не жалко, брат. Надо крипчиков добивать, блять. Не, гоним, блять, первый, мне кажется, это ошибка, блять. Есть такое ощущение. Зарел делай. Ну да, я пришел нажать. Где-то вижен. Можно смог пожать выйти. Вот тут вижен, аккуратно, Сеня. Травала и горел, то что надо на выцепили там. Ой, это меткая штука, да? Ну а дашь потом. Ломай просто им нахуй. Наверху. Да, можно попробовать захуярить сейчас. Блять. Не сломай! Зайдите просто в тупую, вот, начните вышку пить. Вот, курион. Не попал, сори. Вышка. Инсайз далеко. Я тебя форстафну. Да он выживет. 50 сек у меня нету, меня не достал. Хукшот. Смакака прыгнет наебало. Так зачильтесь, что вы там делаете? Слишком далеко. Да что, мы не убьем их? Ну я не хочу еще драться. Тут вирус стоит. Да, ты тут вижу, на клипе, да вот тут где-то. Возьми шмотку на умнике, я скинул. Токсик, ты отдал шмотку нашему мидеру? А. Держи, дружище. А у него нормальная шмотка и так вроде. Прикольная тема. Но эта шмотка в разы лучше. Угу. Лёра, ну украду. Не украду. Да не умри там сейчас. Что, мы будем пробовать? Ну я тут стою, ого.
МК сейчас. Я без всего. Филан? Ой-ой-ой. Хуёво, мужики. Уходи, отходи, отходи, отходи. До конца, блядь. Я варенье не хочу брать, варенье очень плохо. Китка, арена уже. Ну, МК ушел, короче, на дерево. Я варп, не похуй. Ну, неплохо. Еще бы у нас три персонажа. Там МСК успел разбиться или что за хуйня? Не-не, он успел. Да там МК только ультанул, и все. Да, только МК арену дал. Пора бы сломать товар. Базара. 20 секунд, хочу убить. Маны дашь мне? Да. Ты вообще на вот спирите вот таких вот, типа... Да это я займусь им, сейчас. Ну или ты на паке, да. Он типа вообще супер наглый. Сейчас, только не показывайтесь, плиз. Мы в слухах. 10 сек у меня. Ну он ушел уже, скорее всего. Пусть я лайн прорасу, там крипов много. Он здесь, я зарегилил. Вот он, вот он сзади. Вот он. Он что-то в лайт собирает. Кто, этот? Фупра? Да, он, да. Ага. У него шмотка первая есть. Угу. Че у медузки? Прокликивал ее кто-то? Нет. Я да, не она была боссанная, но уже она не такая боссанная. Там стакают. Да, и плюс ей стакают. Угу. У меня вообще супер хорошо. Его подпушим. Го, го, надо вышки забирать. На карте никого нет, там один бот. А тут трое? Ну страшно все. МК... саблей. Блядь, не убирать. Сеня... нет, умер. Нет, все бэк. Ой, блядь, ебал рот нахуй. Драгонленс, Яша. Драгонленс. Она ебать сколько она фармила на нас. У меня Фарион на фиданул сейчас. Угу. Это хорошо. Тут вижу да. Как бы ко мне МК еще не пришел. Да, шарткольц сюда. На травилава возьму сейчас. Надо нам выйти на тройку в смоке. Может медузу попробовать ебнуть? Да ты берите, пошли. Да, да, мужики, они я тут один. Нажали, они ночь нажали. Вот вижу, наводим. Точнее, этот не ночь, а инвиз Мираны. Ты ж меня прям, похуй. Пока снизу ему похуй, он там что-то лес фармит, блядь. Maybe next time, да. У меня БКВ еще будет. Подходи, подходи, нажми. СК здесь. Он убить может. У него, блин. СК такой таргет. У него, блин. Стойте. Или не стоит? Тайминги. Ну здесь. Не успеем. Тайминги там. Хорошие тайминги. У медузы манта и. Да, драгонлайн видел. Все, на ДБ. Ну я пока вообще беру, просто идем драться. МК у меня вот тут. Я тп даю. Я тпаю скоро. Да, я вижу. Но я перезву это. Убить его? Я сейчас прыгну. Отлично, вот тут еще. Да, ракета еще попала, охуеть. Зацепила. Там все не убили? Просто моментально отлично было. Блядь, кто здесь вижу, что за хуйня? Я тут повижу, но скорее всего бегаю. Подари, может, что-нибудь. Мне БКБ только лечит, вот. И то это опасно, если СК прыгнет с ультом, будет очень больно. Медуза в топе фармит, монта уже есть. У него уже два монта. Заплевать на медузу. Да, такое, надо... Тут СК. Ну, кофайт сейчас, ты резаешься, вообще просто драться на БКБ. Угу. А нейтралки есть какие-то для меня? Еще точку возьму. Меня видно тут. Или она по приколу дала стрелу. Скорее всего, по приколу. Угу.
Я бы просто толкнул туда мид пока. Ну кого под мид, он не умер там. Мирана есть, но хуёвый таргет. Плохой таргет, он не пищит. Вон СК стоит. Далеко, го просто мид бить. Да, го, да, да, пушим, пушим. Я уже сломаю сейчас. Я загнал чел. Он напал? Ну они арену отдали. А это что такое? Пиздила. А чё она хочет? Она еще и щит получит. А есть у нас? Я перезвоню. Да, ну, они в инвизе, в ульте. Они в ульте. Ульта закончилась, ульта закончилась. Я иду к тебе. Я нормально. Я с БКБ еще не нажимал его. Четко? Я вообще не... Я вообще не понял, что они хотели. Иду за полом какой-то. Жми лип. Жми лип или умрешь. Два свисеки. Я бы кабани жал еще. Сверху можно просто на похуй выйти, вышку забрать. Надо в миде сейчас допустить. Но они глифанут, скорее всего. Сейчас СК может прыгать, поэтому... Ладно, я лучше бэкну. Там. Да-да. Вся пиздота. А чё? Там медуза без ульта. МК наверху надо вообще. Го килл её. Го килл её. Сейчас, сейчас. Вот она. Есть что-то? Инсайз? Блять. Надо было просто не прыгнуть, помочь мне, купил ее. Ну я их там просто контрол стоял. Да плевать на него, я... Ну нет, он это как-то... А что меня убило? Перфол, а, перфол убил второй. Встаю, ну, где? В лыжа, блин. Там просто прикол в том, что... Этот, СК ничего не сделал, потому что я БКБ нажимал. Угу. Девать было. Ладно. Блять, а где ж Фурион, блять? Лес фармит нахуй. Лес фармит, да. Сверху вон толкал лайн, я вроде... А вот он наверху где-то. Чё, мне... Бля, как же тут лагает, твою маму, блять. Ну меня хотя бы в этот раз, блять, без... О-о-о-о! А мы вдвоем можем? 20 секунд пока. Я бегу, конечно, нахуй, но... Начинаем сегодня или чё? Вдвоем, наверное, вы не убьете ее вдвоем. Вы никак ее вдвоем не убьете, я бегу к вам. Вот она сейчас ТП будет жать, просто не дайте ей нажать ее. Я уже подбегаю. О, она еще и ульт отдала. Есть доски у нас? Есть, она далеко. Я встану. Никого у меня внизу. Ой, тут много ребята. Она без маны. Блять! Тихо, я пока в крипах. Он по мокрой перебегает так. А, его вообще убить можно будет. Ее БКБ есть, ее БКБ есть. Плевать мне на БКБ его. Он что, думает, я драться не буду? Кастует, кастует. Ну я сейчас умру уже. Печально, что Инсайз не успел сбить ему. Блять, да? Ну все, не гони за ним. Надо было мне сбивать, я бы форсапнулся, сбил ему, моя ошибка. Не, ну он бы первым сбил, скорее всего. Есть? Еще? Неплохо. Да, неплохо. Медуза быстро лопается от меня. Это хорошо. Я себе. Не-не, я бы себя форсапнул вот с первым, и вот все. Вот этого есть просветить? Хорошо. Он сбил. Ну, тебе сенты есть. Жестко. Ебать, инсайз гений, нахуй! Это жестко было, да.
Ебать, это ты скажи, признайся, случайно нажал, блядь? Наверное, да, блядь. Ебать, я охуел просто. А что это такое в миде вообще? А кинь его копируем. Мы копируем на голову. А давай погрузить толкнем его, блядь, ну спи, наверное. Тихо, я свечу, свечу. А чё это? Он на дереве, на деревьях, блядь. 4 секунды медуза, до меня. Медуза, на медузу кукшот будет. Медуза можно. Я тапаю, блядь, на шот. Нас увидели, мы по вардам, наверное, ходим тут, блядь. Нахуй найдет варды, блядь. Да, блядь, что ж такое, сука? Не достаю, блядь. Я бы убил Фуриона. Не файтитесь в миде, я пойду Аршана бить просто. Чистись там, тут Аркан Руна, иди забери интерес. Сейчас я заберу... Гоа вам позахватим. Не-не-не-не. Стойте вот этой области, подойдите еще под Аршана. Там сейчас этот спушит нам Т2, если ничего не сделаем. Кто? Там... Не, там половый тавл. Пока не надо тэпнуть, просто стойте подо мной, я Аршана на убью. Фурион пушит. Все, можешь улетать, Инсайз, я уже убью его. Инсайз, деф, деф, деф. Стаки для кого делал, ебаный урод. Тут а тут видишь, сколько крипа умирает под тавером? Да, вижу, вижу. Их не видно, возможно, Инсайзик кстати где-то. Ну, Инсайзик там один, они ему. Ну, стан из каплю стрела, и ты вряд ли выживешь. Ну, могу себя выселить, короче. Фурион топ. Фурион в топе? Вот он. Жёстко. Наконец-то уродец попался, блядь. Хадлайк. Не, бля, ебёт. Ну, просто соло. Просто соло. Реально соло. Кабот. Он пушит типа там опять, блядь? Да. Ну, у нас ещё инсайз ТП отдал, но у них нет. Все фурион бьют. Просветишь ракеткой мы? Да, да, сейчас. Мне бы тоже, блядь. Я, кстати, наверное, сейчас, скорее всего, вардик возьму и оп, нахуй воткну. Я тут так подумал, блядь. Чего я выёбываюсь? Чё-то я зарил, не хочу купить инсайз. Он же в разы профитнее, чем... Ну я просто нет, хуй знает. Если зарил, разы... мне что, да. Ну ты влетаешь, жмешь и зарил, даешь фул прокас. Герой умер. Чё, кобот? Я не спорю. И плюс тебе... Да-да, давай как... троечку зайдем, ща я ракетку кину. Посветить. МК набивать не сможет. На МК на боте. Го килл, го килл, влети в него, влети. А вот она что нахуй тут. О, начкис. Да ты бы степом улетел бы, убили бы ща. Ура, сверху. У нас шмотка есть вот тут, вот такая вот. Не хочешь маневер? О-о-о-о! Поздно я, сори. МК там прыгает на деревьях. Да мы не догоним его. Джонни. Да, вот и хватит, что мы делаем. Я наверх улетел, пацаны, хочу фру убить. Сейчас хука нету. Ну, сейчас 30 сек. Лайн задефишь тогда там. Угу. Медуза со скади уже давно. Че у нее? Медуза сюда зашла. Медуза сюда. Может зайдем вот так вот, типа? Меня нет с вами, аккуратно. Вот не раз. Ты же мог сайленс. Второй сайлент с Аганом, знаешь об этом? Да, 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 да. Это вижу. Вот. Ой-ой-ой. Он у меня... Ага, я понял. У меня сверху двое ребят, можете ебашить их. Так и происходит. Я наверх тэпаю. Или мы тут деремся до Талова? Мы тут деремся до Талова. Ну, она без лука. Мульвер живой там? Да-да, я, блядь, отбился нахуй, ты чё, вообще с кайфом. Где МК? Дайте мне МК, где он? МК там, походу, прыгает пока. Похуя. Прыгает вернее, блядь. Он пока там, нахуй, сейчас по веткам добежит, блядь, полчаса пройдет. Прыгает, пока я убиваю медузу его. Yes. Хорош, хорош. Сильный.
Скот опс, тут товара нет, Т2. Готан? Может быть? Мне крипы идут? Не-не, готов, бля, ты куда? Я нормально. Ну, я дошел, я тихо. Есть у нас свет? Найс. Теперь можно топ. Давай, блядь, иди сюда, сука. Да, блядь. Он крипов скипает. У нас види крипы, он знает об этом? Да, это жестко. Да, это жестко. Че мы тут? МК делаем. МК бы поймать. МК. Он так заебало. Тэпнись на крипа, нажми лиф. Уже поздно. Но он, по идее, здесь, возможно, светанет. Да мы вряд ли его так поймаем, разве шопс поставить типа. Посмотри. Я улетел. У нас еще клок с ракеткой так-то есть, чтобы его искать. Вот тут был фурик. Вот они, прям здесь, прайз. Но я это хочу лайн отпушить. А я не пропал. Да. Ладно. КБ есть. Чего они такие смелые? Видит меня, видит на топе клока. Надо. А чё, блядь, не так с орденовой, да, блядь, нормальная тема. Плюс, блядь, урон ещё. И на эскейбе охуенная штука. Там, кстати, ничего пизжи не падало, блядь, что там вообще было. Ура, скипает тачка. Сказки. Так что, просто идите, да закончим. Не закончим. Блядь. Те крипа убили? Но я жду, пока остальные придут. Конечно, мол, соло прыгнет. Такое, да. Можно в миди крипов подвести еще, то нам фура скипает. Бля, почему? А, он с дублет уходит, уебан. Пьем себе. Да, надо гемчик взять. Фурион? Да, да. Купи геми, просто на джетпаке вот тут леви фига искали. Ищи его. С кайфом. Да, джетпак так. Но он будет через 3 минуты примерно. Потому что у меня фул аеги закончился уже минуту. Чё такое? Крыла. Да. О, чем ты дашь? Фармим. На верочку зайдём. Знаешь, айс, 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 или ракет? Он опять там, блядь. Опять крип скипает, козлина ебаная. А тэпнись на крипов. Но он уже в себя ушел. Да, не, он там уже все, да. Покидаешь универс ракетку, пока она расшана? Да, сейчас хорошо, 10 сек закинул. Нет проблем. Еще бы. А, у нас сейчас шмот. Не хочешь универс? Спайдерлекс хочу, где? В лавке, ага. ДД возьму. Бегу. Уже в топе скипает. Такая мыша, топ-бот, топ-бот. Да, он сейчас в боте будет снова. Когда будет новый айти. Нащупать его сейчас. ДД, пусть подержит. Аганим говорит, сломай, блять. И врагов игра крашится. Ай. Рабочий. Ага. А чё, гейм юзать можно? Да. А что он дает? Вижн. А-а-а. Клифы просматривать там, где варды стоят. Да-да, это наверх надо не забери. Пусть пока полежит, еще минуту выводит. У меня банки нету, нет смысла ещё поднимать. Не, я после Рошана заберу. Пойду просто с Аейсом с ДД. Come on, baby! Я бы будет давать. Ну, что, взять, что, блядь?
Нихуя себе, я даже не знал, что он работает. Ой-ой-ой. Он там не был. Какой ком привел, охуеть. Поймаешь? Ой, я с ДД сейчас зайдем, просто крипы подойдут. Дамы! Сатана был? Был когда-то, да. А чё я, блядь, я только подошёл? Чё на МК? Кура ещё была. Мана, есть кого-нибудь, блядь? Рычи полетел. Чё, байбэк нулся на медузе? ГГМ. Фак! ГГ! Ай, палки, это муши, да? Какие-нибудь ракеты есть или полетали? Фак! ГГ! Универс есть ракеты? Да-да, сейчас скину. Уже не там. Отсебался уже. Вот он прыгает. Их. Поставь коги. О, но. На базе стоит? Где он? Вот он летает. Нет. Есть? Да, может просто трон добьем, ребят? Ну ладно. Не потом. Да, что-то, да, что-то легко, мужики, пиздец. Конечно, мы это клуб отдал, не ЦК. Окей, блядь, иди нахуй. Нормальный ЦК персонаж, блядь. Сука, хожу на нем в тройке, бед не знаю, блядь. Нашли тоже, сука, проблему. Еще одну? Да. Ластовую, так сказать. Ласт, закрепляющую. Обычно 3 по 20. Нет. Потом... Бля, ну это, да это, блядь, что это 30 минут игра, блядь? Что это за игра? Хуйня. Какой, я не могу инвайтить в гильду, блядь. Какую гильду? Кого инвайтить? Вон, я вон вообще нахуй сейчас... Да это не игра была, чат, это хуйня была. Меня вообще нахуй вынуждают хуйня заниматься, блядь. Какие-то дела, блядь, что-то там нахуй скинь, блядь, 500 рублей ежемесячный взнос, спасибо, блядь. Сейчас пойдем в станцию. Ну, конем, блядь. Фактом. А что, где пятый наш? Дамы. Он тоже вылезнул. У меня кик. Тут отлетал. Угу. Прими универс. Да, я принял. Поехали? Сходу, блядь. Мне еще в станцию хуячить. Инсайз же отошел, не? Ты отошел, инсайз? Похуй, регаем, типа, или что? Да, регай. Регаем? Точно инсайз? Нет. Ой, блядь. Кто там пиздел, что тут клок не тройка нихуя, блядь? Нормальный перс. Ну ты на нем играть умеешь, я получаю. Бля, я играл на нем очень-очень много когда-то, еще в старой доте. Тут раньше у него рефрешера не было, блядь. Да, сейчас у него рефрешер есть. Я хожу, блядь, в наушниках, я все слышу, я могу подойти, принять игру, блядь. Дядь что-то, блядь, в универ сидит,